Эфир телеканала ННТ продолжают новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Массовое отравление. В Буйнакскую городскую больницу госпитализированы более 70 человек с кишечной инфекцией. За 300 лет изменилось многое, но цель осталась та же. Сегодня в России отмечают День печати. Сергей Меликов провел с журналистами беседу о главном. Литературный Дагестан. На сегодняшний день в республике издается свыше 200 газет и журналов. О печатных изданиях через несколько минут. В Буйнакской центральной городской больнице на данный момент находится более 70 человек с признаками пищевого отравления. Большая часть из них – это дети. Все подробности у Алины Багиловой. Тошнота, рвота, головокружение и температура. С такими симптомами начали массово обращаться в местную больницу жители Буйнакска после новогодних праздников. Мы испугались, участковому врачу позвонили. Она сразу нам сказала, сразу звоните. Вроде дома все свежее было, это утром тоже сегодня в садик не пошел. Сейчас число больных, доставленных в больницу, превысило отметку 70. По словам реу-министра здравоохранения Татьяны Беляевой, коек и лекарственных препаратов для отравившихся пациентов хватает. Коечный фонд Буйнакской ЦГБ достаточен для принятия пациентов. Дети в республиканские учреждения в город Махачкалу не переводились, такой необходимости нет. Тяжелых и крайне тяжелых детей нет. По информации Роспотребнадзора, причиной массового отравления жителей стала загрязненная питьевая вода, которая не соответствовала санитарным нормам. В настоящий момент состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. По данным Следственного комитета, заведено уголовное дело о массовом пищевом отравлении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход его расследования прокуратура республики поставлен на контроль. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Буйнакск. Сегодня в России отмечают День печати. Именно в этот день более 300 лет назад начали печатать первую российскую газету «Ведомости». Уже тогда газета стала инструментом для связи между властью и народом. В Дагестане сегодня несколько десятков редакций СМИ, которые в ежедневном режиме освещают жизнь республики. Сегодня в Дагестане издается свыше 200 газет и журналов на 14 языках тиражом 160 тысяч экземпляров. Среди них 9 газет на национальных языках. Также детские, такие как «Орленок», «Соколенок», различные телеканалы, радиостанции, интернет-издания и журналы. Кроме того, с разной периодичностью выходят около 40 районных изданий. Дагестанские СМИ играют важную роль в управлении социально-политическими процессами, освещают актуальные вопросы развития региона. Формирование нового правительства, нехватка кадров для национальных СМИ, рост тарифов за услуги ЖКХ и многое другое. В канун Дня российской печати Сергей Меликов встретился с журналистами и обсудил злободневные для дагестанцев вопросы. На встрече была и моя коллега Патимат Ханапова, и вот что она рассказывает. Разговор в РИО главы республики с журналистами прошел традиционно, в формате «вопрос-ответ». Была затронута тема формирования правительства региона и подбора необходимых кадров. Здесь Сергей Меликов дал понять, что состав пока не окончательный, и изменения грядут. А какие, станет ясно до конца февраля. Те, кто сегодня не показал себя, те, кто не решил задачи, которые не просто перед вами стояли, а которые вот настолько острыми являются проблемами, что о них говорят все, кто угодно, и тем не менее эти проблемы остаются, ну тогда давайте расставаться. Что касается подбора, действительно я скажу, что кадровый резерв, мягко говоря, не богат. Может быть, он не богат по тем принципам, по которым я подхожу к реализации этого кадрового резерва.
Не обошли вниманием и проблемы, с которыми сталкиваются журналисты. Редактор газеты «Юлдаш» Рустам Джалаков рассказал о нехватке профессиональных кадров для национальных СМИ. Вопрос надо проработать, отметил в Рио главы региона, так как касается он не только газет и журналов, а в целом сохранения идентичности народов Дагестана в периодике. Ну, здесь ответ очевиден, только за счет создания резервов этих кадров посредством подготовки в наших вузах. У нас достаточное количество вузов, на самом деле. Наверное, нужно переформатировать их работу, нужно учесть потребность. С одной стороны, вопрос очень простой, с другой стороны, он на самом деле требует очень серьезного подхода. Потому что раз вы говорите о дефиците, то, наверное, этот дефицит, он уже образовался. Если раньше какая-то база была, может быть, за счет тех людей, которые даже еще в советское время получали образование, да, то сегодня я чувствую, что эта проблема существует. Поговорили и о республиканских долгах за энергоресурсы, а также про рост тарифов за услуги ЖКХ. По словам Сергея Меликова, в этом направлении круг замкнутый. Профильные организации не могут эксплуатировать и содержать сети из-за нехватки денег. Люди, в свою очередь, не получающие услугу должного качества, не хотят платить тот тариф, который позволил бы эти сети отремонтировать. Вопрос пока остается на повестке дня. Еще раз повторяю, они настолько запущены, что мы их и в течение этого года не решим. Но решать их надо на сегодняшний день. Уже около 3 миллиардов будет вложено в газификацию Дагестана в 2021 году. Руководитель республики ответил на другие не менее актуальные вопросы журналистов. По его словам, встречи не последние, и общение с прессой в подобном формате будет проводиться ежеквартально. Завершилась встреча награждением отличившихся журналистов благодарственными письмами и грамотами. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают не только журналисты, но и все люди, относящиеся к прессе. Это и редакторы, режиссеры, монтажеры, фотографы. Их работу сегодня оценили в мэрии Махачкалы. Салман Дадаев в общении с журналистами подводил итоги прошлого года и говорил о планах на будущее. Он поблагодарил журналистов за объективную критику. Мэр отметил, что благодаря журналистам махачкалинцы имеют возможность узнавать о позитивных изменениях, происходящих в городе. В ходе разговора глава города рассказала о своем видении развития столицы. В частности, говорили о благоустройстве Махачкалы, ее социально-экономическом развитии и образовании. Градоначальник вручил благодарственные письма руководителям ряда изданий за активное информационное сопровождение деятельности администрации Махачкалы. Мурат, тебе на самом деле спасибо. Мурат один из первых, наверное, представителей вашей профессии, который вышел на меня. В Дагестане зарегистрировано более 200 печатных изданий, среди которых особое место занимает на национальных языках. Продолжит Карим Даниев. «Литературный Дагестан» – самый первый журнал не только в Дагестане, но и на всем Северном Кавказе. Более 100 лет на его страницах выходят лучшие произведения дагестанских писателей. Сегодня, в век глобализации и цифровых технологий, редакторы пытаются вернуть читателя к печати. Мы говорим о каждом человеке, о народе, о своей стране. Мы развиваем любовь. В семье должна расти и любовь к языку, и традициям, и родине. Не менее важную роль в сохранении национальной идентичности Дагестана играют детские печатные издания. Без внимания не осталось и подрастающее поколение. В 1981 году по инициативе Расула Гамзатова был основан литературный журнал «Соколенок». Сегодня журнал выходит на 8 национальных языках. Журнал у нас очень красочный, работают художники, хорошие художники, которые еще со времен Советского Союза остались. Спасибо им тоже. Редактора все у нас народные поэты, писатели, заслуженные работники. Мы в наших журналах издаем материалы о детях, для детей и произведения, которые сами дети тоже пишут. Потому что у нас есть такие маленькие читатели, наше подрастающее поколение, которые пишут на родных языках, которые рисуют, потому что их рисунки тоже мы издаем на страницах нашего журнала.
И мы пишем, мы издаем произведения наших поэтов-писателей воспитательного, педагогического характера. Журнал «Соколенок» сегодня читает каждый школьник республики. Именно такие печатные издания помогают сохранить самобытность народов Дагестана. Скажу, что именно благодаря поэтам-писателям мы сохранили то, что мы сейчас имеем, наши адаты, наши обычаи, нашу культуру, нашу литературу. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Совершение религиозных обрядов, в частности, омовения, намаза и ритуального омывания усопших, обсудили в Шамилькале. Там прошло собрание имамов Горного территориального округа. На повестке дня обсуждали вопросы обучения населения правильному. Встречу возглавил заместитель муфтия Мухаммад Мангуев. Он напомнил богословам об ответственности перед Всевышним за обучение прихожан безошибочному выполнению предписаний шариата. В свою очередь, имамы рассказали о том, каким образом ведется обучение населения религиозным обрядам на местах. И о спорте. Кикбоксер Алаверди Рамазанов проведет защиту чемпионского пояса Азиатской лиги One Championship. Турнир пройдет 22 января в Сингапуре. Соперником дагестанского спортсмена станет нокаутер из Таиланда капитан Питчинди. На кону поединка будет звание чемпиона мира по кикбоксингу в наилегчайшей весовой категории. Этот титул Рамазанов завоевал в декабре 2019 года. Также на турнире выступит еще один дагестанец Гаджимурат Абдулаев. Ему предстоит бой по правилам ММА против бывшего чемпиона организации шведа Себастьяна Кадестама. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. We'll be right back.